На минувших выходных в Одессе состоялось открытие арт-центра Одесской киностудии имени Веры Холодной. Специально к этому торжеству было организовано и проведение фестиваля-конкурса детей телеведущих «Сарафан. Яркие дети». Фестиваль проходил 2 дня, а сам конкурс состоялся в воскресенье. Его участников приветствовала финалистка всеукраинского конкурса «Голос Диты» Руслана Калашникова. Яркое шоу также украсило выступление учащихся детской школы телевидения и прессы из Ильичевска. Участники конкурса – яркие и раскрепощенные дети, многие из них с опытом работы в киноиндустрии. Каждый ребенок должен был рассказать о себе и презентовать свой талант. Дети пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, читали стихи, демонстрировали свои рисунки. Авторитетное и строгое жюри все же выбрало лучших. Победительницей в категории от 5 до 10 лет стала Софья Стойкова из Одессы. А в категории от 11 до 14 лет Ульяна Стрепетова, учащаяся театрального отделения Измаильской детской школы искусств преподавателя Маргариты Бекбулатовой. Ульяне, помимо яркого фруктового букета и охапки цветов из воздушных шаров, вручили сертификат на главную роль в рекламном ролике дизайнера Киры Тан, а также сертификат на обучение в студии «Сарафан. Яркие дети» на курс «Издательское дело». Также все участники конкурса в следующем году примут участие в съемках телепередач на Одесском телевидении. Собственно, целью мероприятия и было привлечение способных ребят к участию в телепроектах. Снежана Стрепетова, веб-студия «Курьер».